Мы с вами снова на распродаже. Это следующий магазин Discount Place. Это пятница. В предыдущем четверг распродажа. В этом магазине пятница. Район тот же. Эти два магазина находятся в одном районе. Посмотрим на обувь. Вот такие вот бархатные балетки от River Island. Мне очень понравились. Красивый оттенок. Очень активный декор спереди. Я их бросила к себе в тележку поразглядывать поближе. Обуви, как вы видите, не очень много, но все-таки выбор есть всегда. Вот такие вот из такого структурированного текстиля в 37 размере красивые балетки черные. Тоже активный такой вот декор спереди. Эти балетки я купила, они в отличном состоянии. Рядом бежевые, снова же от River Island, из текстиля под замшу. Вот такие вот бархатные в красивом оттенке с завязкой на щиколотке, спортивные кроссовки с шипами, скорее всего, для занятий футболом. Такие были в очень неплохом состоянии. Ну и снова лоферы. Немножко было обуви демисезонные, ботильоны, ботинки, закрытые туфли. Привлек мое внимание вот такой вот винтажный халат домашний. Он стеганный, слегка на синтепоне, он полностью на подкладке. Такой вот длинный, расклешенный от талии. Добротный, такой тяжеловатый, поясок от него тоже на месте. Ну, в общем, такой вот достаточно интересный. Я решила, что это халат домашний. На самом деле, вот сейчас смотрю на видео, поясок с пряжкой, с пластиковой. Возможно, это даже не халат. Почему я решила, что это халат? Может быть, это такое пальто. Ну, в общем, вот такая интересная вещица. С удовольствием его поразглядывала. По верхней одежде много стеганых курток. Есть несколько тедиков разных на молнии, на пуговицах. Несколько вот таких вот бомберов, которые я ищу для себя. Я ищу для себя в черном. Вот такой был хаки. Немножко не в порядке подкладка. Но кто умеет переделать ее, не представляется особого труда. Вот эта вот подстежка, отстегнутая от какой-то вещи, из натурального кролика, потертая. Неплохое полупальто, шерсть кашемир, ну, какие-то парки. Еще один обнаружила бомбер, вот такого цвета я хочу, черный бомбер, и именно эту модель, но это десятка, естественно, он на меня, ну, не то что мал, а абсолютно мал, но очень надеюсь все-таки, что попадется когда-то моего размера. И очень похожий в винном оттенке, немножечко отличается качество верхней ткани. И тоже не мой размер. Неплохие мюли из натуральной кожи. Закрытый, хорошо высоко закрытый перед. Очень даже неплохая модель, но такие подуставшие уже. И вот такие казаки из натуральной замши. Яркие, акцентные, с акцентной яркой трендовой бахромой. Размер 37, состояние отличное. Эти ботильончики я купила, они будут очень красиво смотреться под джинсы. Причем под любые, под широкие, под скини, под карго, вообще абсолютно под любые. Нашла какую-то странную юбку, привлекла меня расцветка патриотическая. Шили, видимо, для какого-то концерта, выступления. Нашла несколько вещей из натуральных материалов. Вот этот бадлон, такой достаточно плотный, толстенькой шерсти, стопроцентной. Он был без дефекта, но не покупала, потому что шерсть колючая, носить ее будет. Этот бадлон просто невозможно. Жилет из шерсти мериноса в дырах. Показываю вам просто, какая шерсть, какие натуральные ткани, в каком состоянии остаются на распродажу, но и на завоз их в хорошем состоянии тоже не бывает. Футболка из стопроцентного кашемира в фиолетовом оттенке вся в дырах. Очень жаль, несколько дырок нашла на ней. Вот такой вот бадлон интересный, шерсти мериноса, в таком цвете морской волны, тоже две дыры нашла. Хотя по виду он абсолютно новый, его не носили. Но моль уже успела оставить на нем свои следы. Очень жаль.
Вот эту вот кофточку я купила, естественно, из-за этого воротника в жемчуг. И очень интересно нашла свитер. Я уже говорила, что сейчас самое время зимних вот таких, зимней вот такой одежды с календарем А2.